Здравствуйте, друзья! Вы видите на своих экранах плейлист, который у нас был сделан. Он на канале «Голос Кремниевой долины». Был сделан плейлист, этот конкурс «Видео 2015». И вот пишет, что тут 16 видео. И это правда. Сейчас 30 минут осталось. 32 минуты осталось до полуночи. Вот. В полночь наступит 1 декабря и закончится прием наших видео. Я отсижу эти полчаса, вот уже осталось 31 минута, я отсижу эти полчаса и дождусь вот самого момента. И в тот момент, когда все, значит, это произойдет, то есть я увижу, что нету больше видео, поступивших на конкурс, я тогда как бы официально этот конкурс закрою тем, что это видео выйдет в свет, и мы с вами, значит, узнаем, что конкурс закрылся. Теперь пару слов я скажу о призерах и о том, как я пришел к мысли о призах и о том, кто у нас сейчас будет победителем. Дело в том, что я утром сегодня рассказывал, я ожидал, что у нас будет за сотню видео, ну, по каким-то своим соображениям, как бы вот. Пытался пропорцию такую создать по сравнению с тем, что было 2 года назад. Но у нас что-то не так много было. И еще буквально сегодня 30-е, ну вот буквально еще там день назад, с утра, я проснулся, и было их 9. Было всего 9 видео. Потом вдруг вот, значит, 5 подошло вчера. Сегодня еще парочка подошла, и стало их 16. Вот пока их было 9, а на самом деле за 3 дня до этого их было только 7. Я так думал, что вот надо же, полтора месяца прошло, как-то у нас активности никакой нет. Определять победителя там из 7 видео как-то даже смешно и несерьезно. Вот. И я так подумал, ну хорошо уже, ладно, тогда пусть все будут победителями. Как бы в равной степени, с равными ценности призами. То есть книжку с моей подписью они получат и, соответственно, там вот американский флаг. Если кто-то хочет деньгами, значит, мы можем ему там переслать $50 там деньгами. Если нам удобнее всего деньгами посылать, но это уже отдельно, без хлопот. Книжка 7 числа декабря появится, значит, пилотное издание. Дальше надо его вычитать, там дать команду, отпечатают тираж. Я не думаю, что это займет больше, чем там несколько недель. Поэтому, может быть, даже до Нового года у нас уже на руках будет тираж какой-то. Во всяком случае, достаточный, чтобы его рассылать. Поэтому, ну вот с этой мыслью я и ходил. Потом, значит, стало не 7, а там 9. Я думаю, ну 9-7, разницы нет. Потом сразу 5. 14. Ну, я думаю, ну что же я за день до финала, так сказать, буду решение менять. Ну и вот еще 2 подошло, их стало 16. Я думаю, надо же 16. Ну, пусть будет 16. В конце концов, приобретем мы там лишних флагов. Я десяток уже заказал, на самом деле. Знаете, вот вчера я заказал десяток флагов, думая, что десятка нам хватит, потому что было 9, или там позавчера заказал, не помню. В общем, когда было 9, заказал десяток флагов. Ну, вот такая история. Значит, я хочу поблагодарить всех участников и тех, кто хотел там в жюри участвовать, но уже так вышло, я извиняюсь, но как-то не дошло у нас до жюри, не дошло до того, чтобы как-то выбирать что-то. И фактически, вот как бы по факту участия у нас народ получает призы. Хотя я не вижу там каких-то плохих видео или неадекватных каких-то и так далее. Они все в той или иной степени соответствуют тематике конкурса. Ну, какие-то больше, какие-то меньше. Они разного качества, конечно, там технического, но это не главное. Ну, что еще? Очень симпатичные люди, мне буквально все участники вот в человеческом плане очень симпатичные. Я хочу сказать, ребята, в общем, спасибо, что вы участвовали. К сожалению, не так много просмотров у нас на конкурсных видео. Как-то вот, может, со временем подойдет, я даже не знаю. Но, может быть, там
не самая интересная тема. Я даже не знаю, что такое, какая должна быть интересная тема, как я выиграл грин-карт лотерею или что, как я интервью в посольстве проходил. Ну, в общем, конкурса на тему, как я интервью в посольстве проходил, у нас пока не было. Если вот, может, кто-то скажет, что надо такой конкурс, или там присоветует какой-то конкурс, я с удовольствием. Ну вот, наверное, и все. Еще раз спасибо всем участникам, еще раз спасибо всем, кто смотрел, оставлял комментарии, там ставил лайки. Вот, и как-то вот, так сказать, там, лично принимал участие. У нас в целом прием был очень хороший. Я как бы совершенно без претензий. То есть, как бы, очень, очень здорово. Я думал, хуже будет, я поэтому так рассказываю. Думал, хуже будет, будет больше каких-то агрессивных или там ругательских всяких реакций. Нет, нет, очень мило, очень мило. Так что, ребята, ну, если вы хотите конкурсов, тогда советуйте. Я как бы вот прямо под этим видео советуйте, я с удовольствием, значит, какой-нибудь новый конкурс могу замутить. Ну, мы сначала с этим разберемся, так вот там призы разошлем. А где-нибудь вот так после Нового года, где-нибудь там, ну, если не в январе, то может быть в феврале, можем еще что-нибудь начать. У нас как бы там бюджет есть. Вот. Единственное, что хочется что-нибудь такое, где будет много участников.